Областной эколого-туристический фестиваль «Тайны Прибужского Полесья» собрал 20 учреждений образования Брещины, чтобы наградить лучших из лучших. В финале приняли участие команды, набравшие наибольшее количество баллов в экологической викторине. Цель мы ставим дальнейшее получение молодым поколением нашими, нашими ребятами дополнение экологического образования. Вопросы любви к природе, чтобы они берегли ее все, и также по особенностям нашего заказника. В финале участники представляли одну из следующих номинаций по выбору. Конкурс художественной фотографии «Поход – это здорово», мини-спектакль на тему «С научным подходом изменим» и музыкальный конкурс «Мы – туристы». Победа всегда – это хорошо, но мы готовились, ну, нормально готовились долго. Придумывали все сами, весь сценарий после уроков и на переменках придумывали сценарий. Участвовать, конечно, было интересно и узнать, посмотреть другие команды, посмотреть, как кто готовился. Но подготовка, мы готовились как бы после уроков. Сначала мы сочиняли, а уже последнюю неделю до всего мы готовились, репетировали со всеми в клубе, с микрофонами. В финале фестиваля школьники показали хороший уровень знаний и яркие актерские способности. Большая часть дипломов осталась в школах Брестского района, что неудивительно. Заказник «Прибужское Полесье» расположен в этом регионе, и учащиеся – частые гости на его территории. Такие фестивали нужны, они, во-первых, детей объединяют, призывают защищать нашу планету, защищать эту экологию не в большом и в таком смысле, а именно каждый в своей деревне. Вот мы живем в деревне, в городе. Именно помогать на низшем уровне. Каждый, чтобы знал, каждый ученик осознал, что это очень важно донести до других. Главная цель фестиваля – воспитание у детей бережного отношения к природе и повышение уровня экологических знаний. И судя по азарту, с которым ребята относятся к фестивалю, белорусская экология в надежных руках. Главное, чтобы было что сохранять.